Всем зрителям, подписчикам привет. Начинаем строительство теплицы Уральская VIP 3х6. Пока приехали, разложились, начинаем собирать. Каркас теплицы у нас готов. Закрепили его к основанию, к брусу. Брус будем потом крепить к бетону. Сейчас начнем крыть теплицу поликом. Его подготовили, вырезали форточный блок. Все, накроем теплицу, прокрутим. Останется сделать двери и систему подвески. И, как я уже сказал, зафиксировать бетону. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Уральская VIP шириной 3, длиной 6 метров. На брусе, брус к бетону. Вот уголки как раз торчат, все закреплено. Дверь с форточкой с одной стороны, точно такая же с другой. Каркас сделан из профильной трубы 20х40. Основная арка, подпирающая 20х20 арки в виде ферм. Все прочно, надежно. Также есть диагональные усилители для жесткости. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Имеется коньковый форточный блок на термоприводах и система подвески по две нитки над каждой грядкой. Брус 100х100, пропитан антисептиком, закреплен, как я уже сказал, с помощью анкеров на уголки. Поликарбонат здесь 4 мм 0,7 плотность. По периметру торцов резиновый торцевой уплотнитель, чтобы было погерметичней. Вот такая вот блестящая на солнце теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока!